Это «Сутки на декор» – шоу, в котором дизайнеры интерьеров не просто превращают скучные квартиры в яркие и модные за сутки и 24 тысячи рублей, но и исполняют мечты героев. Привет, я Артем Королев, и это «Сутки на декор». Эко-продукты, эко-мода, эко-интерьеры. Приставка «эко» очень актуальна в современном мире, потому что нашей планете, правда, нужна осознанность. И героини нашего сегодняшнего шоу живут в согласии с природой и каждый день помогают нашей Земле. Поэтому наша сегодняшняя переделка будет выполнена в эко-стиле. И поможет нам в этом дизайнер Анастасия. Анастасия Медведева, дизайнер. Первую переделку сделала в 16 лет в своей комнате. Обновила интерьеры всем своим друзьям. Любит работать как с маленькими комнатами, так и с большими общественными пространствами. Настя, привет. Привет, Артём. Очень приятно с тобой познакомиться. И мне взаимно. Супер яркий дизайнер. Значит, сегодня переделка будет тоже в таких цветах, нет? В ярких. Ну, добавим немножечко. То есть я угадал, будут реально яркие акценты? Да, конечно. Давай познакомимся с девушкой. Давай. Всем привет, меня зовут Власенко Эвелина, мне 23 года. Я Якушина Елена, мне 22 года. Мы познакомились в университете. В первый день меня бесила одна девочка, а потом, как оказалось, через неделю она мне понравилась больше всех и стала моей лучшей подругой. Нам очень хорошо живется вместе, мы хорошо взаимодействуем. Мы с Леной экоактивистки и эко-волонтеры. Все это началось с осознанного образа жизни и с экоцентра, в котором я волонтерила и курировала. Я курировала отдел сбора вторсырья и переработки вторсырья, и так в это втянулась, и дальше это как-то вошло в наш быт, в нашу жизнь. Мы сортируем пластик, мы отказались от мяса, вот, мы вегетарианки. Сейчас мы находимся в нашей любимой комнате, с которой мы проводим почти все свое свободное время, помимо работы, вот, и каких-то волонтерских штук. Что мы хотели бы поменять? Ну, первое, это просто вот изменить атмосферу, это убрать этот желтый цвет обоев, который так угнетает. Мы хотели бы от него как-то избавиться. Еще очень хотелось бы, чтобы в комнате было больше всяких креативных вещей, был виден дизайнерский подход, потому что у нас сейчас этого нет. Смотри, какие классные разносторонние девушки. И у нас есть очень непростая задача, но важная. Сделать для двух человек комфортное пространство в одной комнате. Мы справимся с этим? Конечно, справимся. И еще и добавим место для гостей. Вот это я понимаю план. Тогда поехали. Готова? Всем привет! Привет! Эвелина, Лена, Настя. Очень приятно. Очень приятно. Заходите. Заходите, мы вас очень ждали. Мы тоже ждали встречи. Так, чего тут у нас интересного, девочки? Ну вот, вот так вот. Это вот наше стихийное спальное место. Наша ложа. Можно присесть? Ну да, попробуйте. Ой. Мы вообще в этой плоскости и находимся очень. То есть мы, в принципе, здесь все время и проводим, да? Ну, да. Ну, как-то надо это менять. Да? Вот мы очень хотим. Это у нас что? Спальня, гостиная? Это у нас все вместе? Это все спальня, вместе. Гостиная. Настя, это у нас запоминаем, да? Да, досуговая зона, рабочая зона, зона еще для студия йоги. Звукозаписи. Студия звукозаписи, да. Читальня. Вообще это странно, это надо менять. Но вот это мне нравится. Сейчас, подождите. Так. О! Да. Подтверждение того, о чем мы говорили до этого, что девочки сортируют мусор, отдельно пластик, отдельно бутылки. Преклоняюсь, но есть вопрос. Зачем это вам в спальне? А? Ну, чтобы не согласны? Забывать. Чтобы не украли, да? Так, и, конечно же, тут же нет никакой органики, это все вымытое. О, а еще и эта малышка есть, ты моя хорошая. О, короче, что я хочу сказать. Настя, девушки прекрасны, да? Однозначно. Ну, правда. Однозначно. Честно, 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 девушки. У нас все наши герои интересные. Ну, вы прям классные. Честно вам хочу сказать. Спасибо. Но
комната у вас не классная. Максимальный диссонанс, да? Поэтому я думаю, что мы, Настя, с тобой... Мы сделаем очень классную комнату. Мы с тобой сейчас все обсудим, когда девочки уйдут, да? Как мы любим. За спиной. А вас отправляем отдыхать, работать. В общем, наслаждаться этим днем. Мы увидимся с вами через сколько? Через 24 часа. Абсолютно правильно. Хорошего вам дня, девушки. Я надеюсь, вы нам доверяете. Конечно. Да, да, очень доверяем. Конечно. Нам тут спать и жить, йогой заниматься. Ты поняла, да? Нам тут спать и жить, йогой заниматься и вообще еще и друзей принимать. И все в этой комнате. Задача сегодня будет тяжелая, но мы с ней справимся. Да, спасибо вам, девушки. Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо. Пока. Смотри, вот вообще это не в тему. Как вот они так жили, да? Причем, слушай, девушки классные. Вот я сколько? Раз, два, три, четыре раза повторил это слово. Не потому что я других не знаю, а потому что именно оно приходит в голову, когда я думаю о них, да? И талантливые, и творческие, и такие какие-то открытые, добрые, и да? Заботятся о нашем мире. И заботятся о нашем мире, но совсем комната им не подходит. Ну, здесь как-то вот так вот две девочки не должны жить, согласитесь. Не должны, да? Очень уныло, угнетает. Обычно у нас есть понимание того, что... Ну, ужасная может быть комната, но она хотя бы понятна, ее функционал, да? Здесь, посмотри, один шкаф здесь, стола нет, дальше зеркало, зеркало стоит в углу на полу, то есть смотри, как бы, получается, собираться на работу или куда-то, я должен, ну как, понимаешь, телевизор, вот оно что. Что? Это, как знаешь, надо просто поменять, иди сюда, садись. Я только сейчас все понял. Просто эта комната, она для людей, которые не стоят, а все время лежат. Посмотри, и телевизор сразу начинает смысл приобретать, и зеркало. Ты посмотри, что они придумали. Ну, это же не вариант. Не вариант. Давай, рассказывай тогда, что мы здесь будем делать. Отсюда мы будем выносить практически все. Менять стены, пол. Радиатор. Я думаю, что мы готовы начинать, да? Да. Тебе все, что нужно есть, можем... Нет, нужно заказать пару позиций, и сейчас я как раз этим займусь. Мое любимое занятие. Я и онлайн. Шопинг — это все. Кровать, стеллаж и диван. А я вам хочу сказать о том, что буквально через секунду мы уже приступаем к освобождению этой комнаты от всего барахла и еще ближе становимся к моменту, когда она засияет новыми красками. Что, Настя, ты теперь главный начальник, я буду делать то, что скажешь, так что приказывай, великая. Освобождаем комнату. Хорошо, тогда выносим все, что нам не нужно, да? Ты приходишь с работы, тебя ждет муж на такой тахте с гитарой. Привет, дорогая. Так еще львы. Ну что ты там наремонтировала? Сутки на 24. Красиво, да, я пою? Ой, как хорошо, да? Как говорится, ведущий артист от Бога, да? Однозначно. Ну все, тогда забирай тахту и меня вместе с ней. Выноси нас. Ну попробуем. Мы готовы. Начнем красить стены. Подожди, мы все покрасим или нет? Нет, мы покрасим только небольшой кусок, который будет у нас во входной зоне. Экономим, что ли, или что ли? Ну, немножечко, да, экономим. Мы не забываем о том, что красной линией сегодня у нас проходит история про то, что этот ремонт максимально экологичен, верно? Да, это краска на водной основе. Она как раз отвечает всем параметрам по экологичности. Также у нее хорошая укрывистость. Ага. И... приятная цена. Цена краски 2500 за 9 литров за ведро. Ну, это, конечно, для нас дороговато, но для хорошей краски экологичной это нормально, да? Да, ты скажи, это хорошая цена.
Я не знаю, что сказать. Отлучился на буквально одну минуту. Я возвращаюсь, а здесь такая красота, невероятно, ну правда классно, слушай. Ну и посмотри, мы здесь, во-первых, это уже искусство. Ну, в какой-то степени, да. Это продолжение нашей темы с экологичностью. Это что у нас, пальма, правильно, да? Да, листочек пальмы, это искусственный лист, чтобы... Все, не убиваем живое растение. Убиваем. А в-третьих, это просто, Настя, красиво на самом деле. И мне кажется, будет очень сильно каждый раз восхищать наших героинь. Расскажи, как это вообще происходит все. Значит, я понял, что мы покрасили стену. Да, мы выкрасили стену в два слоя. Соответственно, берем просто обычный распылительный баллончик. Ага. И на расстоянии, да, только на расстоянии. Вот на таком расстоянии, да? Да, да, ты просто распыляешь вдоль этой ветки. И еще сюда давай вниз уходи. Вот, все. Экологичный стиль нашей сегодняшней переделки, да, мы поддерживаем эту стилистику с помощью цвета, да? Расскажи, да, где... цвета. А еще также, если приглядеться, у нас здесь очень классная текстура, напоминающая лен. О, красиво. Да, только сначала надо помазать. Понятно. Все, давай, тогда начинаем. Я только сейчас заметил, у тебя такие маленькие эти, да. Я тоже так могу. Не надо, не надо! Ладно, ладно, не до этого, как говорится, краску мы покупали. Скажи, сколько нам стоила эта краска? 100 рублей. 100 рублей? Ну, 99, если слушай, быть точным. Слушай, это совсем вообще копейки. Мы каждый выпуск дешевле и дешевле находим варианты, что приятно. Кстати, я вам хочу напомнить о том, что все явки и пароли, где и что мы покупаем, и самое главное, за сколько, вы можете найти на сайте STS Love. Классно же, да? Что это вообще, да? 333 килограмма весит. Все, бросай, давай бросай здесь. Нет, аккуратно, там у нас еще не высохла краска. О! Красота. Линолеум у нас здесь. Это было непросто его себя затащить. Цвет, собственно говоря, очень беленый спокойный. Дуб, да? Да, натуральный. Дуб называется? Ну, беленый, да. Беленый дуб, да. Ну, посмотри, какой здесь линолеум, да, безобразный. Ну, это линолеум от застройщика. Муниципальный, да. Да. А сколько стоил нам линолеум? 4000 рублей. 4000 рублей. У нас еще остаются деньги? Да. Точно? Да. Хорошо. Тогда все, устанавливаем наш новый пол. Раскладываем. Смотрите. Безопасность и экологичность. И еще тут написано «живая структура». Все как надо. Мы хотели сделать экоремонт, мы делаем экоремонт. Мы много времени реально потратили на линолеум, потому что пока мы его резали, вот эта вся история, поэтому нам нужно ускоряться, да? Да. Мы теперь прикрепляем плинтуса. Сейчас будет задача серьезная. Мы, поскольку не успеваем пока что сдать вовремя все, что мы тут придумали, да, мы не можем ждать, пока высохнет радиатор, поэтому вешаем шторы как есть и будем надеяться, ну, мы что-то придумаем. Да, мы, да? Ну, мы немножечко рискуем, но я думаю, что мы можем их подхватить, чтобы они не попачкались. Я бы не сказал, что мы немножечко рискуем, я бы сказал, что мы рискуем очень серьезно, но, как говорится, кто-то не рискует. Нет, какую-то я фразу классную слышал. Рискует тот, кто никогда не рискует. Вот, это точно про нас. Все получилось, все хорошо. Идем дальше. Какой у нас следующий шаг? Все, расставляем мебель и дополнительно устанавливаем разный декор. Все, то есть, и наводим уют, да. В принципе, самые такие трудоемкие истории закончены. Да. На очереди просто действительно расставить все предметы интерьера, декор, и будем уже скоро приглашать наших девушек. Итак, сколько стоила эта кровать? 4000 рублей. 4000 рублей? Да, вместе с дном. Ну, еще бы она была без дна, да? Классная была бы кровать тогда. И я хочу отметить, что она абсолютно натуральная, сделана из дерева, пахнет деревом и абсолютно на 100% вписывается в нашу концепцию эко-ремонт. О, ну-ка, еще чуть-чуть сюда. О, все. Откуда? С одного известного сайта. На какие деньги у нас появилась такая масштабная
часть интерьера, скажи, а? Сколько диван он стоил? Диван стоит 3000 рублей. 3000 рублей? Да, хороший маленький диванчик. И еще раскладывается в дополнительное спальное место. У нас же две девочки живут, и каждой нужно свое спальное место. Это во-первых. А во-вторых, к ним часто приходят гости, и теперь гости смогут здесь еще и оставаться на ночь. Конечно, правильно? Да. И как мы и планировали изначально, эта комната уже становится не просто спальной с тахтой, ну, да, реально, а с какой-то, гостиной. А и гостиной, и местом, где можно как-то вообще провести время. Расскажи, какая в этом идея? Мы зонировали пространство на активную зону и зону сна. Соответственно, если кому-то хочется посмотреть телевизор, ты просто берешь, отгораживаешь с шторкой, и тебе уже он не светит. Добавим еще один важный элемент в наш обновленный интерьер. Стильный и функциональный виниловый проигрыватель Alive Audio. Уверена, что наши героини оценят и качественное звучание, и стильный дизайн, и простоту управления. Помимо виниловых проигрывателей в линейке Alive Audio есть также стильные колонки, аксессуары и мебель специально для проигрывателей. Все это можно заказать на сайте Alive Audio или купить в магазинах вашего города. Невероятно это выглядит. Честно говоря, я недавно, уже в процессе нашей переделки, узнал, что это настоящий мох. Клеится он вот на такой клей, да? И еще раз повторяю, что не только вещи из вашего гардероба можно перепридумывать и давать им новую жизнь, но также и предметы интерьера и мебели. Мы взяли старое зеркало. Да, которое было у девочек. 3 секунды. Сколько денег мы на это потратили на мох? На мох у нас ушло 1000 рублей. Это реально живой мох, стабилизированный, да? Да, да, он стабилизированный. Он абсолютно натуральный, мягенький и всегда таким мягеньким и останется. Невероятный на ощупь, если честно, как облачко. Да. Ну что, поехали. Финальную штучку нашу. Да. До прихода наших героинь остается 35 минут. Не то чтобы мы не успеваем, мы вообще не успеваем. Но успеем, да? Конечно, успеем. Вот. У нас сегодня оптимистичный дизайнер. В инстаграме STS Love проводится конкурс названия лучшего дизайнера STS Love. Все, что вам нужно делать, это просто голосовать. Каждую субботу после нашего выпуска в инстаграме появляется соответствующий пост. И если вам понравилась переделка, тогда оставляйте как можно больше комментариев. И, возможно, ваш любимый дизайнер получит звание лучшего декоратора STS Love. Все ли цели, которые мы поставили, достигнуто? Ну, практически. Единственное, мы не успели повесить балдахин на кроватью и развесить гирлянды, ну, для дополнительного света. Пусть уже эти маленькие мелочи, да, доделают девушки. Дело в том, что у нас, правда, все по-настоящему. Мы, вот сколько у нас есть времени, столько мы и работаем. Ни минуты больше, ни минуты, хотелось бы, минуты меньше. Хорошо, со временем мы все обсудили. Касаемо нашего бюджета, сколько денег ты потратила? Уложились ли мы в него или нет? Да, уложились тютелька в тютельку. То есть практически 24 тысячи рублей, да? Да, 24 тысячи рублей. Через несколько минут буквально мы здесь увидим наших героинь и их реакцию. Ну а вы ни в коем случае не переключайтесь. Это «Сутки на декор». Это «Сутки на декор», и, ну, честно говоря, это у нас первый раз, знаешь что? Что? Эко-ремонт. Ты довольна всем, что у нас получилось, скажи? Я довольна проделанной работой и все, что мы сделали с тобой, Артем. Спасибо большое за помощь. Это очень взаимно, но прежде чем я позову сюда нашу героиню, я задам тебе один вопрос. Что самое приятное и необыкновенное в твоей работе? Ради чего ты ей занимаешься? Вот какую-то одну вещь назови. Ну, это творчество. Вот. А мы, знаешь, ради чего все это делаем? Для чего? Ради реакции наших героев. Эвелина, Лена, добро пожаловать! О, господи! Как вы это сделали? Это все для вас. Лена, мох! О, господи, а можно? Можно? Костя! Артем! Господи!
как-то закончились слова. Очень классно, очень приятное место, очень приятно здесь находиться. Очень хорошо. Мы хотели свет, да, много света, потом... Эко-тема, которая просто у нас в душе. Видно, что она здесь реализована. Видно растения, листья. Очень приятные цвета. По запросу прям. Заметьте, что это настоящий стабилизированный мох, а не какой-то там пластик. И вообще мы старались здесь избежать по максимуму использования каких-то ненатуральных материалов, да? Спасибо. Да. Спасибо большое, это так важно. Вот на самом деле даже не могли подумать, что можно так преобразовать. Подождите, это еще не все. Мы вам показали только одну часть этой комнаты. Вы готовы увидеть? Очень, да, прям с нетерпением. Готовы ли вы увидеть спальню теперь, потому что у вас есть полноценная, классная, замечательная кровать. Да, посмотрите, это еще одна зона, которую мы здесь создали. Спасибо большое. Спасибо. Я не могу. Прям вот в сердечко попали, вот просто везде. Эко-тема, музыка, читальня. Я очень старалась, да. Да, ты как будто считала нас, на самом деле. Видно, вот что ты сделала это с душой. Для нас. Здесь жить это просто будет очень приятно. Очень классно, спасибо большое. Спасибо огромное. Настя, спасибо. Спасибо тебе огромное, мы тебя благодарим. И отпускаем, но не с пустыми руками. Как участница нашего шоу, я дарю тебе вот такой вот трофей. У нас есть своя собственная подушка теперь. Сутки на декор. Спасибо. Это прям лучше даже, чем какая-то грамота. Это трофей. Буду беречь ее и любоваться ей. И вспоминать спасибо. Этот чудесный день. Спасибо тебе огромное. Настя, это персонально тебе, потому что мы знаем, что ты очень классный дизайнер, и ты любишь всякие кастомленные вещи. И да. Это специально чистый холст для тебя, причем да. Это эко-холст. Да, эко-сумка. Это же сумка! Да. Спасибо вот мы большое. Увидели, что ты закастомила свою сумку, и вот решили тебе такой подарочек. Спасибо большое, очень приятно. Какая красота. А мне? А теперь, всем так вместе. Как мы эко-френдли, да. Вы абсолютно... Мне собирается природу, да, и осенью нужны витамины. На этой прекрасной ноте мы с тобой прощаемся. Спасибо тебе огромное за все. Девушки, память о сегодняшнем дне – это не только ваша новая комната, но и еще наша фирменная подушка. Вы филологи, вы знаете и умеете работать со словом и любите общаться. Поэтому я с вами на этой ноте прощаюсь. А мое место здесь занимает еще одна девушка, которая тоже прекрасно общается и слово сделала своей профессией. Это ведущая радио DFM Рада Замути. Вау, вот это да! Какое крутое зеркало. Да, да, нам тоже очень понравилось. И вот это все сделали всего за сутки? Мы вообще в шоке. Да, да. Да получилось ладно, я сама просто в шоке. Ничего себе, так уютно вообще, так здорово. И главное, есть яркие краски, которых, мне кажется, нам в России так зимой и осенью не хватает. Девчонки, я пришла к вам не с пустыми руками. Здесь рюкзак и здесь термокружка. Надеюсь, что вам понравится. Спасибо, и обязательно вам пригодится. Спасибо. Насколько я знаю, что вы занимаетесь эко-волонтерством. И, наверное, вам приходится много и часто выступать, много говорить. Ну, да? Бывало, приходится? Да. А хотите, я с вами поделюсь лайфхаком? Выдыхать на букву А. Давайте. Кто дольше? Вот, если вы каждый день будете делать это упражнение, то вы сможете, во-первых, ваш голос будет звучать лучше, а во-вторых, вы сможете говорить долго и не уставать. Ну, а другие лайфхаки я с удовольствием покажу вам на своем эфире. Вы придете? Конечно! Да! С удовольствием поговорю с вами на тему эко-волонтерства, которая сейчас как нельзя актуальна. Спасибо огромное! Девчонки! Лев Толстой говорил, что счастлив тот, кто счастлив у себя дома. И исходя из этого, я могу точно заявить, что сегодняшних героинь мы сделали чуточку счастливее. Я Артем Королев, и это шоу «Сутки на декор». Увидимся совсем скоро на канале СТС Лав. Пока!